Space Dear – межгалактический преподаватель разговорного английского. Он уже облетел всю Вселенную и научил жителей разных планет свободно говорить in English. В 2015 году космический олень собрался уйти на пенсию, но его радар показал, что по адресу галактика Млечный Путь, планета Земля, страна Украина, еще не все люди говорят на английском языке. Unbelievable, шокированно сказал Space Dear и полетел исправлять ситуацию. Космический олень открыл необычные антишколы, без парт, стульев и других традиционных атрибутов обучения. Зачем такая информация, спросите вы? Чтобы создать атмосферу дружеского уюта и равенства между собеседниками. Вместо тонны книг Space Dear запустил свою личную онлайн-платформу, где можно найти лексику и грамматику с каждого урока, видеообъяснение разных конструкций, небольшие задания и форум для общения с тичером и одногруппниками. Но основа любой идеи – это методика, и тут Space Dear разгулялся не на шутку. Он решил со студентами разговаривать только на английском и добавить актерского мастерства, чтобы изучать исключительно жизненные темы, которые случаются каждый день. Но самое интересное – это научить студентов правильно вести беседу, выступать перед публикой и дискутировать. После этого Space Dear нашел мигрирующих преподавателей, вернул их на родину и дал своему творению необычное название – «Антишкола», которое приводит в недоумение всех новичков. Хочешь попасть в полное погружение в англоязычную среду и свободно заговорить на английском языке? Регистрируйся на бесплатную встречу в «Антишколу». Готовим к жизни, а не к экзаменам.